Грипп – самое опасное заболевание из всех острых респираторных вирусов. Осложнения могут привести к пневмонии и серозному менингиту. Эпидемия гриппа начинается с первыми заморозками. Но наслаждаться зимними месяцами в полную меру, не переживая, что настигнет болезнь, сегодня проще, чем кажется. Самый эффективный способ уберечься от инфекции – сделать прививку. Процедура быстрая и безболезненная. Каждый год штаммы прививки пересматриваются, и тот вирус, который ожидается, добавляется штаммы того вируса, который не ждут, удаляются из вакцин. Так что получается, что вакцины у нас ежегодно обновленные, свежие. У нас всегда народ с удовольствием прививается от гриппа. Люди уже поняли, что это хорошо. И действительно, с каждым разом желающих пройти процедуру все больше. Несмотря на то, что кампания по вакцинации только началась, у прививочного кабинета уже очередь. Но беспокоиться не стоит. Вакцин хватит на всех. В этом году Видновская районная поликлиника закупила порядка 14 тысяч доз. Второй год уже прививаюсь. Какие результаты? Что видите? Положительные? Положительные результаты. Какие? Я не болею. Надо прививаться. Делать прививку от гриппа можно всем, кто полностью здоров, не допускается даже легкая простуда. Особенно рекомендовано людям, которые находятся в группе риска. Это дети 6 месяцев, беременные женщины и пенсионеры старше 65 лет. Противопоказание одно – непереносимость куриного белка, который входит в состав. Действие вакцины начинается через 2 недели после процедуры, поэтому так важно пройти вакцинацию как можно раньше. 74-летняя жительница города Видное Клавдия Лапшина прививку делает настолько давно, что уже даже не помнит, когда это было впервые. К распространенному мнению о том, что после вакцинации люди сильно болеют, относится скептически. Говорить с ней такого никогда не случалось. Напротив, состояние здоровья в разы улучшилось. Без прививок я болею и гриппом, и простудными заболеваниями, и с температурой, и подолгу, по 2-3 недели. А с прививкой бывает, что совсем весеннее, ну, осень, весну и зиму я вообще не заболеваю. А если заболею, то очень в легкой форме и несколько дней. Вакцинация против гриппа для жителей муниципалитета совершенно бесплатна. Осуществляется она в районной поликлинике. Достаточно записаться на прием к терапевту, который вас осмотрит и назначит процедуру. Юлия Погосян, Сергей Ларин, Ольга Садовская, Видное ТВ.